А здесь у нас вот что, друзья. Ну, рыбка, конечно, позолотилась. Пока это дело выглядит все вот так. Но очень неплохо, очень. Запах стоит просто офигенный. Вы сейчас даже не представляете, как тут вкусно пахнет. Класс вообще. Вот такие балычки у меня получились. Сейчас пойдем домой попробуем. Цвет коптил чисто на яблоне. Если добавить ольхи, она была потемнее. Вот монгольские красноперы, которых мы обычно выбрасываем. Внутри у нас вот что. Смотрите на этот кусочек рыбки копченой. Ну, по-моему, супер.